Всем привет, дорогие друзья, с вами Фил, и сегодня я расскажу вам про Community Update 32. Итак, начнем. На этой неделе, по словам автора, было слишком много интересных построек, поэтому практически весь материал данной статьи посвящен именно им. И первая постройка – это лунный замок, который парни построили случайно, желая создать что-то похожее на Skyrim. Этот замок настолько большой, что может служить ориентиром сервера для новичков. Второе – деревня. Это очень красивая и интересная дезматч-арена. Видеоэкскурсия по ней приведена в видео в официальной новости на сайте. Третье – водная арена. Большущая арена, которая соединяется с берегом лишь мостиком. Только представьте, сколько на нее потратили ресурсов и сил. Четвертое – восстановленная радиационная зона. Вы только посмотрите, люди построили радиационную зону из Legacy, и получилось у них и вправду очень похоже. Пятое – свободный городок. Но тут у нас показана необычная деревенька, сделанная довольно интересно. Что-то похожее уже было раньше в комьюнити. Шестое – рок-музыка. Многие используют музыку в игре для спама в голосовом чате, но люди на приведенном видео исполняют песню для того, чтобы получить еду и жилье. Седьмое – лестницы. В этом пункте нам демонстрируют концепт винтовых лестниц. Нарисовал его один из участников сообщества Steam, и он хотел бы построить ее самостоятельно. Я считаю, что винтовые лестницы были бы очень удобны и пользовались у игроков большой популярностью, благодаря своей компактности. В последнем пункте приведено видео, в котором рассказывается про крупные враждующие кланы одного из серверов. Оно, как всегда, на английском, поэтому смотреть его не особо интересно. В конце разработчики напоминают, чтобы вы поддерживали с ними обратную связь и предлагали свои идеи в сообществе Steam или Twitter. Автор пишет, что все комментарии им прочитываются. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр и прошу прощения за то, что задержал на день этот переводик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в мою группу ВКонтакте и до встречи в следующем видео.